Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печеней. Ребятка, расцвел наш пион. Ред Шарм. На нем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12 бутончиков. Один. Еще один. Два штучки расцвело. Ну, один жена срезала, подарила кому-то. Этот расцвел. Этот зацветет скоро. Красота, красота, красиво, красиво. И этот зацветет. Ой. Ой, ой. Она будет ругаться, наверное. Смотри. Красава. Открывается потихонечку. Тоже. Там жук отдыхает цветку. Ай, 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 ай. Ох, не дашь жена. Ай-яй, будет мне. Будет Сашке на чай. Смотри, какой красава. А этот еще. Ну, он должен расцвести. Вот еще один. Давайте поднимем, ребятка. Смотри. Red Charm. Ай, красава. Ой, красивый, красивый. Ребятка, красивый. Дерет. Разводится этот куст пиончика Red Charm делением куста. Ну, он у нас с 2016 года. Это 4 года ему. Ой. Ну да, 4-5 лет, наверное. 5 полных лет. Мы в 2016 году весной посадили его. Уже можно будет его пересадить. Но когда цветется, возможно, выкопаем и поделим его, попробуем. Эту красоту сделать еще пару кустиков, чтобы радовали нас своим цветением. Красава, да? А красиво. Красавец. Red Charm. Пион Red Charm. Гибридный пион. Травянистое растение, ребятка. Смотри, какой. Расцветет, тогда попробую заснять. Если жена не пораздает цветы. Не посрезает цветы. Мы цветы дома не ставим живые у вазы. Мы любуемся ими на клумбах. Ну все, ребятка. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят. Пока.